В Союзе писателей в честь столетнего юбилея Ильяса Есенберлина вспоминали о его вкладе в историю отечественной литературы. Произведение «Кочевники» принесло ему огромную славу, его перевели на 30 языков и по мотивам романа сняли исторический фильм «Кочевник». А празднование юбилея писателя включили в календарь ЮНЕСКО. Все подробно о его творчестве расскажет Рамина Макаримова. Гениального публициста Ильяса Есенберлина с писателем Кабдешем Жумадиловым связывает давняя дружба и жизненная позиция. Тема патриотизма, созидания в искусстве и литературе. Жумадилов знает великого литератора более 10 лет и лично редактировал его знаменитую трилогию «Кочевники». 10 января этого года Ильясу Есенберлину исполнилось бы 100 лет. Я помню, как мы сидели с ним в архиве и проверяли исторические данные. Ильяс Есенберлин был талантливым летописцем казахской жизни. Кроме него никто не осмелился написать правду о жизни казахов. Именно он, несмотря на опасность, которым он мог подвергнуться, писал про забытую историю казахов. Высоким художественным слогом он писал про казахское государство. Ильяс Есенберлин родился в городе Атбасар. Он остался без родителей и воспитывался в детском доме, где начал писать стихи для стен газеты. А в 1969 году вышел его первый роман «Хан Кене», о последнем казахском хане Кенесары. Через 2 года «Заговоренный меч», затем третий роман «Отчаяние». Они составили знаменитую историческую трилогию «Кочевники». Вся его литература говорит о том, что он болеет за судьбу своей страны, переживает за судьбу народа, частью которого он является. Я считаю, что он великий сын своего народа, очень талантливый. Он остро чувствовал современность. Поэтому его произведения всегда привлекают зрителя ощущением, что ты можешь прочитать и увидеть в них то, о чем думаешь и чему сопереживаешь. Творческая продуктивность писателя была феноменальна. За 19 лет Есенберлин написал 19 романов и 2 большие трилогии, одна из которых под названием «Кочевники» принесла ему бессмертную славу. Только на русском языке трилогия была издана 12 раз общим тиражом 1,5 миллиона экземпляров. А всего на 30 языках мира 50 раз общим тиражом около 3 миллионов экземпляров. До Ильяса Есенберлина не было книг по истории казахского народа. А в 2005 году по мотивам третьего романа трилогии «Отчаяние» снят исторический фильм «Кочевник». А празднование столетия со дня рождения писателя включили в календарь ЮНЕСКО. Рамина Макримова, Асет Кундакбаев, телеканал «Алматы».